Здравствуйте. Вот такая у нас сегодня поездка. Животных выгулить. Да, Шора? Соскучились, хотят в лес. А, тут свежекоршенная травка. Докуда доеду, я не знаю. Не был я в этой стороне несколько лет. Машина у нас не предназначена для бездорожья. Но ноги, есть ноги. Пойдем ножками. Что получится? Что получится? На утро. Первые признаки, что тут утка есть. Кто-то теребил, да, шорох? Или кто-то ел? Непонятно. Если кто-то ел, то мы его найдем. Наверное, но это не точно. А если кто-то теребил, то тут, может быть, утки не осталось уже тогда. Собаки 5 минут как сумасшедшие побегали. И все, устали. Нет, это кто-то ее теребил. Безалкогольный напиток выпивал. Ну что, походим хоть посмотрим. Уток я там видел. Летали. С десяток, наверное. Уже неделя или две. Что-то я в числах путаюсь. Неделя уже охоты идет. Может быть, ее тут уже всю и перепугали на 10 раз. Ну посмотрим. Вон цапля вторая слетает. Значит что? Значит там вода. Сейчас посмотрим, как тут все заросло. Вообще ничего не понятно. Я думаю, я уже далеко уехал, а оказывается нет. Что вот так? Вот рогоз. В рогозе может быть вода. Игра-то козла почую. Есть какая-то тропинка по болотине. Мы решили идти ей. Ну, Грета, по крайней мере, пошла. То мы так заблудимся. Шорох давно сказал. Хозяин, не придумывай. Тут делать некого в такой траве. До 2 метров камыш, рогоз и резуха по грудь, на 1,5 метра, и ниже тут нигде ничего не видно. Грета где-то тоже затихла. А вот они. Жарко, жарко, жарко. Фу, воды нету. Сейчас он до того камыша иду, короче. Там вон впереди уточка села.
Мне кажется, метров за 100, правда. Ну-ка, мы же зелененькие. Вот ближе начинается. Вдруг тут что-то есть. В общем, не успел я. Драки тут 5 минут было. Притворился, да? Ох, вонючий. Варвары. Да? Здесь, наверное, я постою вечер. Здесь мне больше всего нравится. Тем более, козлик сейчас шел сюда. Грета, правда, его угнала. Обратно в озеро. Но стоять хоть на твердом. Ну, снизу Мяша, по крайней мере, но... Ниже Мяша уже некуда проваливаться. Как вот сейчас я там вот был в зеленых камышах. О, Лёшка. Вот он сюда приходил полежать, наверное. Так, а тут-то высохшо. Что, может быть, все-таки еще дальше перейду. Саша, который кудрявый. Думай, думай, Саша. Для тебя видео обращение. Где-нибудь сейчас еще пошарюсь. Местечко найдем, да, собаки? Вот это лужица. Поинтереснее. Стрелять только надо научиться. Все остальное ерунда. Все, собакевичи пошли искать. Вот здесь, пожалуй, мы и встанем. Еще уточка летит. Куда-то вот сюда утянуло. Грета у нас где-то своими делами занимается. Шорох. А вон Грета. Вся надежда на Грету, что где-то она ее почует. Мне кажется, она до высокого камыша пала. Да, Грета? Где? Ну-ка ищи, давай, ищи. Этот сегодня зато курицу дома задаю. Залезла она как-то к нему в вольер или на короткое расстояние подошла. Кто первый найдет, тот молодец.
Так, с такими собаками, с такой стрельбой голодным останусь. Ну, Грета кого-то почуяла. Но это не обязательно утка. Я больше чем уверен, что это не утка. Хотя затихло, да, Грета? Кто затих у нас? Молодец, нашла все-таки, да? Все, все, нельзя. Все, молодец, молодец. Ой, ты молодец. Все, нельзя, нельзя, нельзя. А ты, шорох, запомнил, как должна утка пахнуть? Молодой селезень. Все, молодец. Молодец. Ты сегодня у нас уже дважды отличилась. Учись, студент. Время без 5:08. Не знаю, предыдущее у меня видео там записалось, не записалось. Какую-то ошибку флешки у меня почему-то с одного выдают. Что здесь на камере, что на той камере. В общем, сейчас куда-то утки в том направлении летели еле-еле в пределах моей видимости. Наверное, штук 7. И с той стороны где-то выстрел был. Со стороны соседней деревни. И все. И тишина. Собаки где-то блыкаются у меня. И тоже пока молчат, не лают. В общем, стою в тишине. Скучно. Крякать нечем. Дома я манок почему-то оставил. Еще постою минут 20, наверное, 30. Как темнеет, то уж сейчас не помню. И в обратную сторону надо еще выходить. Тут мне минут 40 до машины, метров 700, а идти минут 40, наверное. Вот такие дела. Уточка сторонкой полетела, не знаю, видно, не видно. Собаки у меня, похоже, заблудились. Сейчас сначала там завыл, мне кажется, шорох. Я несколько раз крикнул. Тишина, тишина. Сейчас где-то тут взвыл. Так, это хоть поближе пало куда-то. Одна метров за 80 улетела, свалилась. И... Айда, говорят, айда. Будем выходить, то будем искать. Это где-то поближе. Грета где-то у нас ищет, да, Грета? Где? Ищи. Шорох, ты помогай давай. Все, нашла? Ну-ка, брось. Все нельзя. Все нельзя. Все, молодец. Молодец. Ну-ка, не жадничай. Все, молодцы. Молодцы. Так, глядишь, еще и третью найдем. У нас где-то еще поиски.
Ищи. Мне так кажется, где-то ближе. Шороху ничего не кажется. Говорят, а тут надо искать. Тут, айда сюда. Да, ну нафиг. Правильно пришла, где-то надо искать здесь. Айда. Как искать трава по пояс без собаки? Айда сюда. Айда. Грета, меня тут где-то надо. В общем, будем искать. С горем пополам, в общем, мы нашли третью, да? Ну-ка, все нельзя. Черочек, поэтому мы его долго искали. Он еще и живой был. Все, молодец, Грета, молодец. Шорох тоже попытался унюхать. Все, нельзя. Все, молодцы. Сейчас пойдем выходить, последнего попытаемся найти.